Привет подписчикам и случайным зрителям YouTube-канала Takida про инструмент. В одном из наших недавних коротких видеообзоров аккумуляторной цепной пилы Штурм в комментариях было мнение, что выводы про пилу можно сделать после того, как ей поработать. И поэтому в этом видео я предлагаю потестировать данную аккумуляторную пилу, посмотреть, насколько легко она режет, насколько быстро она это делает. И самое главное, проверить, на какой объем работы хватит одного полного заряда аккумулятора. Новый аккумулятор у нас заряжен не полностью, поэтому сейчас я поставлю его в зарядное устройство. Все, пошла зарядка, о чем свидетельствует полоса на аккумуляторе, а также красный индикатор на зарядном устройстве. Что ж, дождемся, пока этот 36-вольтовый аккумулятор емкостью 3 ампер-часа полностью зарядится, и будем приступать к тестированию. Батарея зарядилась, о чем свидетельствует индикатор на зарядном устройстве, а также все горящие лампочки на аккумуляторе. Ну что, давайте заряжать в инструмент и приступать к тестированию. Обязательно необходимо заправить масло для цепи. Хотя топливо пиле не требуется, все же смазка цепи обязательно. Совсем небольшой бак у этой пилы, не ожидал я. Я залил полный бак, и мы посмотрим, сколько на одном полном заряде израсходуется масло. Кстати, плюсом является то, что через прозрачную крышку хорошо видно уровень масла. Проверим, подается ли масло на цепь. Для этого под 45 градусов необходимо наклонить пилу к поверхности и во включенном состоянии подержать несколько секунд. Масло должно начать брызгать с цепи на поверхность, оставляя на ней след. Масло подается, все отлично. Можем приступать к тесту. Лес портить не будем, доски с собой. Аккумулятор полностью заряжен. По скорости цепи аккумуляторная пила значительно уступает электрической и бензиновой. Что ж, посмотрим, как быстро она будет резать. Толщина нашей доски чуть более чем 50 мм, а ширина 150. Замеряем время реза этой доски. Вообще без усилий, без давления на данной доске сопротивление практически не чувствуется. Ну а сейчас попробуем, насколько мощна эта пила, и я попробую специально придавить эту пилу во время реза. Как видите, при чрезмерном давлении, а надавил я действительно сильно, сработала защита, и пила об этом просигнализировала. Подождали несколько секунд, и пила снова готова работать. Видите, так придавил, что аж куски волокон повырывало. Ну а теперь переходим к нашему основному тесту и проверим, сколько резов сможет сделать пила на одном полном заряде аккумулятора. Будем считать, что два реза мы уже сделали в предыдущих разминочных тестах, и поэтому продолжим счет. Поехали! Заставит пила немножко подустать на одном заряде аккумулятора, это 100%.
Вот, друзья, первая остановка, и аккумулятор уже замигал. Ушла пила в защиту. В принципе, на этом этапе уже необходимо заряжать пилу, если вы хотите дальше полноценно работать. Но мы все же подождем, пока аккумулятор перестанет моргать, выйдет из защиты, и попробуем выжать из него последние соки. Перезарядочка. Попробуем дорезать хотя бы один кусочек. Дорезала. Пробуем дальше. Нет, друзья, как видите, достаточно быстро, если мы вытащили и вставили аккумулятор, сразу же пила снова уходит в защиту. Друзья, я предлагаю зафиксировать вот этот результат как рабочий, но все же дадим немножко отдыха пиле и себе в том числе. Буквально 5 минут сделаем привал, насладимся природой, а после этого попробуем, если в аккумуляторе остались еще хоть какие-то соки, посмотрим, насколько его хватит еще. Если работаете какой бы то ни было цепной пилой, одевайте высокую обувь, потому что залетает все в кроссовки, и если только низкая открытая обувь, сразу же все опилки будут у вас в ботинках. Поэтому высокие ботинки, друзья. А также, как видите, щепки вылетают не маленькие. Это все может попадать в глаза, лететь куда угодно. Поэтому берегите глаза, одевайте обязательно очки, а лучше даже маску. Одно деление показывает аккумулятор. Завелся. Посмотрим, сможет ли он что-то показать теперь. Нет, друзья. Интересно, сколько масла осталось. Треть, наверное, еще есть. В принципе, бак небольшой. Я думаю, где-то на 2 заряда аккумулятора должно хватить бачка. Ну что, друзья, напишите в комментариях под этим видео, ожидали ли вы такого количества резов от этой пилы. В целом, со стороны, как она вам, как она режет, понравилось ли вам. А также, если вам интересны подобные видео, тогда подписывайтесь на канал и увидимся в новых обзорах. На этом все. Пока.